Всем привет! Привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Я рада всех приветствовать на балконе, теперь на балконе своего номера, где мы проведем ближайшие 2 дня. Да, кто-то, наверное, уже узнал. Это отель Мегасарай. Ровно неделю назад мы здесь были и сегодня приехали отмечать день рождения Ура. Я стою на балконе. Мне дали номер с видом на море. Вот сзади меня морюшка. Сейчас я переверну камеру, мы посмотрим на море, а потом мы посмотрим на номер. Ну, он такой же, как и был в прошлый раз. Вот такой вот шикарный вид с балкона на море. Мы обязательно с вами прогуляемся туда, потому что очень хорошая погода. Сегодня, правда, завтра обещают дождь и пасмурно, но сегодня мы вполне можем прогуляться, потому что к морю, потому что и море спокойное. Вспомните неделю назад, какой здесь был ураган, снесло вот эту вот кафешку, не знаю, там восстановили что или нет, но, видимо, какие-то работы еще продолжаются. Ладно, пойдемте посмотрим на номер. Кстати, вот балкон. Балкон вот такой вот. Здесь ни стульчик, ничего не поставить. Вон Ур. Ур! Нормально. Так, на этот раз у меня 2 кровати, и здесь появился вот такая вот кресло с такой вот тумбой, на нем удобно будет сидеть. Ну, чайный столик, как всегда, открывашка, чайник, 2 кровати. Меня устраивают, а Таню, наверное, с Уром нет. У них тоже такая же. Но они поменяют. Мини-бар. Господи, как же его открыть? Ну, все тоже. Водичка, пиво, сладкая вода. Что у нас тут? Ванная комната. Полотенце. И здесь ванна. Беда только в том, что нету во всех номерах нет закрыть ванну. Набрать воды, видимо, режим экономии. Ну, вот такой вот номер. Кстати, мне девочки писали, что вот это место для чемоданов. Ну, не знаю, наверное, они сюда помещаются. На верхнюю полку тоже, наверное. Не очень удобно будет ставить. Но сказали, что это для чемоданов. Я всегда думала, что для чемоданов это вот. Сюда, сюда. Ну, не знаю. Вот такой вот номер. Чистенько убрано. Очень даже приятственно. Мы вышли прогуляться к морю. Почти восстановили уже кафешку. Все, и посмотрите, какое спокойное море. А представляете, неделю назад, неделю прям буквально назад, волны доходили до сюда и выплескивались сюда. Теперь вот такое спокойствие и красота. Тут рыбачки сидят, рыбу удят. Посмотрите, сколько их много. А вон купаются. Ничего себе. Любители плавания. Сегодня шикарная погода. Смотрите, горы видны. Солнышко светит, жарко. Нам жарко. Хочется какую-нибудь футболочку легенькую.
Я готов, это снять на видео. Давайте, повторите. Да, да, да. Давайте, именинника в воду, давайте. Раз. Наконец-то я попала в бассейн, в зону спа. Здесь вот такой вот бассейн, здесь теплочка. Туалет. Так, а что здесь? Водичка тепленькая. Все купаются. -26 градусов показывает. Так, а что у нас здесь? Мамы. Сауна. Тренажерный зал. Здесь душевые. В общем, мы идем купаться, плавать. Вон Настя, рыбка у нас, да? Настя, ты рыбка? Там тоже все купаются, красота. Вода очень теплая, очень комфортно. Нам по случаю дня рождения Ура накрыли вот такой вот шикарный стол. Украсили его. Посмотрите, как все тут нарядно. Ну, а еду, конечно, нужно пойти и взять самим. Тут вот цветочки. Ну, так, на самом деле, больше на мусор похоже. Ну, все равно приятно. Пойдем выбирать себе какую-нибудь еду. Сопляк еще совсем. Ну, теперь все. Демираты. Ну, давай. Вот и господи. После ужина мы пришли сюда в лобби. Здесь сейчас будет играть живая музыка. В прошлую субботу то же самое было. Посмотрите, уже украсили и лобби-бар к Новому году вот такими огонечками красивыми. Ребята пошли в бар что-то заказывать. А шпаненки у нас вот тут вот пока расположились. Вот они все. Да? Сегодня даже вечером комфортно на улице. Многие здесь сидят, отдыхают. Ну, кто курит в основном. Море вообще не слышно. Сегодня такая хорошая погода, что мы даже не хотим уходить внутрь отеля. Сидим здесь на терраске, на улице. Очень приятная атмосфера. Слышно музыку. Море спокойное. Дорога. По дороге никто не ездит. Тишина полная. Кроме, конечно, музыки. И дышится легко, потому что море совсем рядом. Хочу с вами попрощаться на сегодня. Увидимся с вами завтра. В следующем видео. Всем пока-пока.